Всем приветик! А для тех, кто перешел на мой канал, меня зовут Алена. Сегодня я хочу протестировать такие две пасты для шугаринга. Вот одного бренда и второго. Это все V-Cosmetics. Давайте я сначала расскажу про эту пасту, потом расскажу про ту. Так, смотрите, это паста эспрессо для бережной депиляции. Это паста эспрессо средняя. Показано для удаления жестких и умеренно жестких волос. Это на руках, ногах, в зоне бикини. Она является универсальным косметическим средством. Состоит она только из натуральных ингредиентов, не вызывает аллергию. Да, сейчас будем пробовать и будем получать. Смотрите, перед тем, как нанести, мы должны сделать скраб для того места, где мы будем делать шугаринг. Правильно? Правильно. Мы делаем... Наносим против роста волос, а убираем пасту по росту волос. Самое главное, в течение суток, например, когда захотели вы делать шугаринг, да, в течение суток, вот так, наверное, будет. Нет. Получается, в течение суток, когда вы хотели сделать пасту, ну, себе отшугарить зону какую-нибудь, вам нельзя принимать бассейн, посещать сауны, солярии и купаться в открытых водоемах. И нельзя находиться на длительном пребывании на солнце. Вот. Состав у нас сахар, косметическая патока, масло зеленого кофе, какао и лимонная кислота. Вот так вот. Сейчас я открою и покажу вам консистенцию. Я уже сделала ее, ну, расплавила. Получается, перед нанесением вы должны ее немножко сделать для удобства нанесения. Сейчас я открою, а то она слиплась опять. Короче, для удобства нанесения вам желательно ее, ну, по крайней мере, мне так удобнее. Я беру и ее немножко делаю жидкой. Это можно сделать в микроволновке. Смотрите, какая красота. Ну, аромат кофе я здесь не чувствую. Ну, паста хорошая. Так, смотрите, я беру, я хочу сделать зону рук. Я делаю тальком руку, беру, наношу против роста волос, паста хорошо прям берется, и по росту волос я ее одираю. Смотрите, какая красота получается. Блин, я забыла, что могут быть красивые такие ручки. Опять беру, против роста волос наношу ее, по росту волос срываю, собираю излишки. Смотрите, какая красота получается. Сейчас здесь возьмем. По росту, против роста волос я ее накладываю. И против роста волос я ее срываю. Немножко прикладем. Какая красота получается. Я скажу вам сравнение. Вот так, знаете, когда так ходишь, незаметно волосы, знаете, как-то, ну, есть и есть, их как-то незаметно. Но когда начинаешь поделать шугаринг, видите, как она? Когда начинаешь делать шугаринг, каждый раз, ну, опять восстанавливаешь, уже когда волосы немножко вырастают, кажется, блин, какие руки волосатые. Она тут становится такая, знаете, беловатая, вот так, ну, со временем. Ну, ты делаешь, даже получается здесь тальк. И видите, как она все хорошо убирается. Зато потом такие ручки, знаете, становятся нежные-нежные. Вот видите, положила, оп, убрала. Сейчас я уберу. Все, получается вот этот кусочек, который остался у нас, да, я его сейчас выкину и сделаю другой на другую руку. Сейчас покажу вам результат. Смотрите. Это одна ручка. Вот то, что я сделала. Но потом там можно лишнее убрать. Есть, получается, средства, знаете, флюиды после депиляции. Потом есть всякие гели после депиляции. Берете, смазываете то место, которое вы продепилировали. Давайте покажу вам результат. То я говорю. Получается, вот рука, которую я отшугарила. А вот рука, которую я не отшугарила. Видите, есть разница? Есть разница. Эта рука такая, знаете, мягенькая, такая прям как у ребенка, знаете, мне нравится время результат после шугаринга. Вот сейчас эту буду руку делать. Вот вы можете видеть, есть волосы. Сейчас будем делать ее. Этой пасте я однозначно скажу да. Получается, знаете, три недели, около 3 недель ходить с гладкой кожей, конечно, да. Эта паста хорошая, мне понравилась консистенция, как она работает. Оставлю ссылочку на эту пасту. Обалденная вещь. Так, пробуем эту пасту. Сейчас вот покажу вам, сколько на этом... Видите, сколько... Средство на крышке. Вот. О,
У меня же дно выворачивается. Сейчас открою. Сейчас открою и уберу. Ну, смотрите, какая красота получилась. Ну, вот вы можете видеть, да? То, что минус какой. Вся паста с собой забралась. Ну, смотрите, как красиво. Ну, давайте расскажу вам немножко об этой пасте. Сейчас я наберу ее. Вот, смотрите, какая паста. Эта паста темнее. Нет. В эту, получается, пасту входит чабрец и кардамон. То, что чабрец обладает свойствами антисептики, он, получается, быстро заживляет, снимает раздражение, воспаление и красноту. А кардамон у нас снимает болевые ощущения. Ощущения и делает, знаете, такое приятное освежение, освежает кожу. Сейчас давайте попробуем использовать эту пасту. Эта паста более жесткая, знаете, по сравнению с первой пастой. Я ее вот еле-еле набрала. Так, сейчас подготовим руку. И давайте немножко расскажу о этой пасте. Получается то, что состав у нее сахар, косметическая патока, экстракт чабреца, ромашка, кардамон, ментол, эфирное масло мяты и жасмина. Но он пахнет такой приятный. У него нет такой сильной отдушки, но аромат приятный. Так, смотрите. Смотрите, эта паста более такая жесткая. Вот я ее распределила, дернула. Да, она тоже хорошо работает, но она более такая, вот знаете, жестковатая. Потому что, говорю, есть пасты, которые прям мягкие, вот как мута, а это прям такая, знаете, жестковатая. Опять также распределяю по против роста волос и рвем по росту волос. Если той пастой я быстренько все, видите, внутри. Если той пастой я быстренько все раз и сделала, у меня рука прям довольная, то это придется повозиться. Просто сейчас начнется весна. Этот момент прям сильно будет видно. Опять вот я беру по росту волос, накладываю. Против роста волос накладываю. По росту волос снимаю. Даже вот видно. Видите, волосюшки все-таки есть. Просто она жесткая. Ну, давайте я скажу вам свои отзывы. Этой пасты однозначно нет. Не знаю, может, это такая серия получилась, но у них некомфортная. Во-первых, она очень быстро застывает, так не должно быть. Ну, по крайней мере, ну, сколько я сталкивалась. Эта паста однозначно, да, вот эта эспрессо, обалденная паста, блин, я ей проработала моментально зону рук. Это вообще классная паста, мне она прям зашла моментально, мне она понравилась, я от нее в восторге. Эту пасту, когда закончится, я повторю, потому что она классная. Девчата, вот ее советую. Запомните, это паста эспрессо 300 грамм, ну там 150 грамм есть, попробуйте. Просто смотрите, если бы я была новичком и ни разу не пользовалась пастами, сказали, попробуй шугаринг, да, я бы решила взять эту пасту, да, об этом я не знала, я решила взять эту пасту, да. Если бы я была новичком и первый раз взяла пасту в руки, я бы сказала, да пошло оно все куда подальше, потому что, во-первых, она очень быстро застывает. Ей надо работать моментально, ее надо будет разогреть и быстренько держать ее в горячей форме и быстренько делать шугаринг. Тогда она работает хорошо. Но не у всех есть возможность разогреть и держать ее в горячей температуре. Может, попалась такая серия, но, по крайней мере, вот эта серия, вот, которая у меня вот есть, мне она не понравилась. Да, она убирает волосы. Да, сейчас покажу. Вот она убрала волосы. И это убрала волосы. Ну, смотрите. Здесь я убирала волосы долго. И все равно где-то я оставила, потому что она не... Ну, она быстро застывает. Например, вот я провожу... Она вот разогрела ее, я начинаю проводить ее. Вот я провела ее, потом дергаю. На второй раз она уже становится такая затверденевшая. Если эту пасту делала я сразу провожу,
небольшое раздражение, но это всегда так после. Я, получается, беру, раз делаю, два. Вы видели, она моментально все делает. И даже вот сейчас, если потрогать, вот эта баночка такая мягкая, а это... Она, вот знаете, она вроде бы мягкая, да? Она вроде хорошо все берется. Но почему она так моментально тверденеет, застывает моментально, знаете, как конфета? Не должно быть так. Может, чего-то они не добавили, может, чего-то неправильно сделали. Но мой вердикт такой, этой пасте, да? Но эту я еще попробую, но я еще скажу вам отзыв свой. Ну, по крайней мере, вот эта паста, я от нее в восторге. Вообще, классная вещь. Блин, у нее запах такой, аромат такой, прям лапочка, классная. Знаете, вот ей работаешь, и ты даже не замечаешь, как проходит время. Быстренько, раз, и все быстренько сделалось. Здесь же надо сделать усилия. Получается, здесь я делаю усилия, здесь мне надо там, короче, не знаю. Это пасти, да, это под вопросом. Но я еще поработаю ей, посмотрю, как дальше. Может, попробую, посмотрим. Ну, по крайней мере, первый мой отзыв мне на то, что она застывает быстро. Ссылочки на все продукты я оставлю внизу в описании. На магазин я оставлю ссылочку внизу в описании. На этом я хочу попрощаться с вами. Подписывайтесь на мой канал, если не подписаны. Оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы. Я на все отвечу. Так что всем пока-пока!